Компания «Риэлто» уже более 20 лет успешно работает в области разработки и производства технических средств охранной и пожарной сигнализации. Все изделия имеют необходимые сертификаты и декларации Таможенного союза. Система менеджмента предприятия соответствует требованиям ISO 9001-2008. Продукция предприятия ежегодно занимает призовые места в отраслевых конкурсах. Предприятие обеспечивает крупносерийное производство более 200 наименований изделий. Линейка продукции включает в себя извещатели, приемно-контрольные приборы, беспроводное охранно-пожарное оборудование, комплексы обеспечения безопасности и управления пожаротушением для взрывоопасных объектов, системы передачи извещений, энергосберегающее оборудование управления освещением, инфракрасные приемники, оптические фильтры. Кроме производственных площадей в Санкт-Петербурге, компания «Риэлто» располагает собственным производством в Ленинградской области. Завод «Рилада» в Новой Ладоге обеспечивает выпуск значительного объема серийных изделий охранно-пожарной техники. Здесь же изготавливаются пластиковые изделия методом литья под давлением. Помимо выполнения задач по выпуску собственной продукции, предприятие оказывает услуги контрактного производства. Конструкторский отдел, используя потенциал высококвалифицированных специалистов и современные методы моделирования, выполняет проектирование пресс-форм, штампов, нестандартного оборудования. Ведет разработку, проектирование и дизайн корпусных деталей любой сложности. Разработку топологии печатных плат. Оформление конструкторской документации производится в соответствии с государственными стандартами. Участок прототипирования, оборудованный 3D-принтерами с технологией послойного наплавления или экструзии пластика, решает задачи экспериментального этапа разработки. На этом этапе изготавливается прототип будущего изделия. Инструментальное производство имеет широкий спектр возможностей. Это изготовление и ремонт штампов различной степени сложности, инструментальные оснастки, стационарных и блочных пресс-форм, а также любая механическая обработка по чертежам заказчика. Заготовительный участок оборудован ленточно-пильными станками. Максимальные габариты разрезаемых деталей до 320 мм в диаметре. Гильотина способна работать с материалом толщиной до 3 мм и шириной до 1000 мм. В состав инструментального производства также входят фрезерный участок с универсально-фрезерными станками, токарный участок, оборудованный универсальными токарно-винторезными станками, электроэрозионный участок с парком оборудования. Здесь установлены прошивные и проволочно-вырезные станки с высокой точностью обработки. Участок обрабатывающих центров с ЧПУ, оснащенный вертикально-фрезерными и токарными обрабатывающими центрами. Участок сборки и ремонта инструментальной оснастки. На этом участке выполняются работы по восстановлению формующих элементов штампов и пресс-форм с высокой точностью, а также полировка, окончательная подгонка и сборка узлов. На установке микросварки происходит реставрация дефектов рельефа поверхностей, в том числе сколов, вмятин, выбоин, участков износа. Участок литья пластмасс оборудован современными термопласт-автоматами, которые позволяют изготавливать детали любой сложности весом от 0,3 до 500 грамм. Участок имеет высокую производительность. Парк оборудования и организация работ в три смены обеспечивают возможность выпуска крупных партий продукции в кратчайшие сроки. Участок поверхностного монтажа оснащен современным высокопроизводительным оборудованием. Общая производительность автоматов участка до 50 000 элементов в час.
тысяч оплавления имеет 7 зон нагрева и 2 зоны охлаждения. Линейный автоматический принтер обеспечивает высокоточную трафаретную печать. Сборка печатных плат производится на двух участках в Санкт-Петербурге и Новой Ладоге. Участки оборудованы современными паяльными станциями. Для изготовления опытных и малосерийных партий установка элементов на печатную плату производится с помощью ручного установщика элементов. Система прецизионной лазерной маркировки обеспечивает скоростное нанесение текстовых и графических изображений на поверхность изделий методом лазерной маркировки и гравировки. Риэлто осуществляет технический контроль на всех этапах серийного производства. Проверяются не только входящие комплектующие и готовая продукция. Ведется контроль качества каждой операции. На предприятии уверены, лишь такой многоуровневый технический контроль обеспечивает гарантированное качество выпускаемой продукции. Применение передовых технологий, современный парк оборудования, контроль качества на каждом этапе технологического цикла, уникальный коллектив профессионалов и многолетний опыт работы – все это позволяет стабильно и в срок выполнить поставленные задачи любой сложности с высокой точностью.